Глава Дагестана побывала с официальным визитом в Баку. В ходе разговора президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев поблагодарил Рамазана Абдулатипова за вклад в развитие дружеских, экономических, а также культурных связей между регионами и вручил ему орден дружбы. Ему награждаются азербайджанские и иностранные граждане за особые заслуги в развитии экономических и культурных связей. Народ Азербайджана вам очень признателен за ваше отношение к памяти наших выдающихся сынов. По вашей инициативе одна из улиц в Дагестане носит название нашего великого лидера Гейдара Алиева. Также по вашей инициативе в Махачкале недавно был открыт памятник Азизу Алиеву, человеку, который очень много сделал в годы Великой Отечественной войны. Под вашим руководством Дагестан развивается, осуществляется масштабное преобразование. В свою очередь Рамазан Абдулатипов подчеркнул роль выдающихся личностей, которые немало сделали для укрепления дружественных отношений между Россией и Азербайджаном. И прежде всего это Азиз Алиев, который, будучи руководителем Дагестана, способствовал государственному и культурному строительству республики. Нам повезло, что у Гейдара Алиевича и еще в большей степени у азербайджанского государства, азербайджанского народа оказался достойный преемник в вашем лице. Вы фактически обновили лицо Азербайджана. Это лицо стало современным. Конечно, для нас очень важно хорошие, добрые отношения, которые наладились между вами и Владимиром Владимировичем Путиным. В этой ситуации и, скажем так, в этом пространстве дружбы и взаимопонимания нам создаются прекрасные условия для развития взаимовыгодных отношений. В завершение стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.